Всем привет! Вы на канале Мосалим. Сегодня у нас в работе Volkswagen Polo. Делаем полную шумоизоляцию. Вот разобрали багажник. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Наклеил завод. Немного защищены арки вот такими кусочками ребра. Крылья. Ну и, соответственно, ниши запаски. С другой стороны, то же самое. Ну, на самом деле, на большое такое крыло, вот такой вот малюсенький кусочек, этого, конечно, недостаточно. Все вибрирует и шумит. Сейчас будем все это обезжиривать и проклеивать свои вибры. Также уже разобраны двери. Та же самая ситуация. Такую большую площадь этого кусочка вибра очень-очень мало. Что, сейчас подготовим все поверхности к поклейке и приступим к работе. Разобрали потолок, скинули крышу. Здесь была штатная шумоизоляция картонная. Мы ее удалили и сейчас будем приклеивать свою вибру. Прокатали вибра, первый слой. И вот уже начали приклеивать войлок 10 мм. Доклеим крышу и будем собирать потолок. Забрали салон пола, приступили к поклейке, первый слой вибры наклеили уже частично. Так выглядит заводская. Также проклеили двери первым слоем. Все прокатано, все обезжирено. Продолжаем работу. Работа кипит. Уже первый слой проклеили. Закатываем оставшиеся места. Двери уже готовы, остается только собрать их. Багажник тоже весь укатан. Приступаем к подмейке следующего слоя. Завершили проклейку Volkswagen Polo, салон уже готов. Уже заканчиваем багажник. Осталось только нишу для запасного колеса отклеить и все. И можно будет собирать. Volkswagen Polo собран. Все отлично. Все на месте. Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока.